Доброе здоровье вам. Здравствуйте. Вот, СП2, старший прапорщик милиции, Цирёз Илья Михайлович. Что ж вы так неаккуратно, товарищ? В смысле? Ну, все обгоняете. Ну, внимательнее трошки, бачите знаки, ж населенный пункт. Трошки медленнее, пожалуйста. Давайте протокол составим, да что мы разговариваем, глупости говорим всякие. Где мой документ? Несите, протокол составим. Сейчас можно продавить, пожалуйста, документы? Мы стоим сейчас тут на блокпосту пока. В смысле? Ну, блокпост. Ну, я в курсе, ничего страшного. Вот да, чтоб никто не проехал сейчас на данной территории Украины. Хорошо, я понял, давайте составим. На нашу область. Можно предъявить ваши документы? Ну, конечно, протокол будем составлять, я покажу. Добрый день. Здравствуйте. Кто-кто? Старшина Тимофей. Тимофей. Я слышу вас. А. Ну несите бланк, будем составлять. Я предъявлю. Ну при составлении протокола. Не, ну я понял. Просто трошки внимательнее ездить. Я не понял вас. Внимательнее ездить. Я нарушил? Мы вас предупреждали. Не, я нарушил. Ну нарушил. Давайте трошки... составим, господи, что там проблема. У нас свитка нема, доказа немає. Так у вас есть вон прибор. А, мы не успели вас вот, ну, видео заснять, не успели. Нету. Видео ну не я, согласен, я согласен, я согласен, я подпишу, я отплачу, приеду. В чем проблема? А что вы платите? Ну протокол. Ну нарушение, если было, то что там, ну что делать? За какое нарушение? Я не знаю, инспектор слышал. Ну там трохи, ну на заправку объехали. Внимательней, пожалуйста. Да мы, не, ну а мы, как? А что ж делать? Мы есть такая статья, 22-я, административная. Давайте по 26-й. Я имею право вас даже предупредить. Давайте я по 26-й. Помните 26-ю? 22-я это у нас что? Помните, 26-я? По 22-й это если. Что это 22-я, скажите? Это замечание, правильно? Или предупреждение? Предупреждение, да. Не, это замечание. Ну, замечание, предупреждение. Не, а 26-я это предупреждение. Оно в письменном виде. Да. Давайте сделаем. А я вас так могу устно предупредить. Счастливого пути. Повнимательней, пожалуйста, не нарушайте. Так а как же быть теперь, что я буду теперь ехать предупрежденный? А если я не согласен? Вы же предупрежденный, значит все в порядке. Счастливого пути. Повнимательней, пожалуйста. Да я вроде. Ну хорошо, спасибо.